Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 3. И у нас бустер-пак Лиги Чемпион. Давайте открывать и посмотрим, что нам из него достанется. Ага, это у нас эпические дирхорны. Ясно. Легендарный перк. Так, эпический шлем, эпический шуангоу и 80 рубинов. Слушайте, ну не так, конечно, много, как я ожидал. Ну что ж поделаешь, с игрой не поспоришь. Так, и у нас начинается новый сезон, это все понятно. Также, я смотрю, у нас доступен бесплатный бустер-пак. Так, редкий династия нам доступен. И также... Ага, редкий глава четвертая. Раньше я все время открывал редкий глава четвертая. Давайте на этот раз, наверное, все-таки откроем династию. Что же нам выпадет-то здесь, а? Ну, на эпические легендарные, ребят, я здесь не рассчитываю, потому что это очень большая редкость. Калибри и доспех морского дьявола. Ну, в принципе, все ожидаемо. Ничего хорошего нам не выпало. А, нет, это нам не нужно. Здесь у нас огненные снаряды. Ну, давайте улучшим. Все равно на халяву. Только толку я от этого, ребят, не вижу. Зачем вот эти вот обычные простые белые карточки? Можно было бы их хотя бы как-то, я не знаю, продавать или вливать во что-то. Так, забрать награду. На страже праздника. Ага, даже вот так вот. Ой, слишком много у меня, ребят, еще заданий тут висит. Не забывай выполнять задания, они дают хорошую награду. Раз в сутки ты можешь пропустить не нравящееся тебе задание. А, ну да, это я вспоминаю. Да, ребят, напомню, что в эту игру я очень долгое время не мог зайти, непонятно по какой причине, меня просто выкидывало. Так, эпический шлем, это заморский тюрбан у нас. Мне от него, честно говоря, ни холодно, ни жарко. А что у нас тут? Видео, новости, ой, это я пока смотреть не буду, я думаю, что это ни к чему. Ну вот, я думаю, самое время перейти на зимнюю лихорадку и посмотреть, что это. Какая удача, что я нашел тебя. Есть срочное дело. Ты уже слышал об этой таинственной банде снежков? Или как их там? Молодчики носят снежную форму, обманом проникают в мирные дома и грабят их. Не успокоюсь, пока они не будут наказаны. Угу. Раз в пару часов кто-нибудь из них непременно шатается где-то в округе, а мы будем их поджидать и проучим как следует, говорит нам скаут. В одежде Деда Мороза. Ну что же, в принципе, я с ним согласен на все 100%. Нечего праздник людям портить и надо их, ребят, проучивать. Устрашение 1 на 1. Давайте посмотрим, кто же нам достанется. Влияет только ваш навык и редкость предметов. Вот с этим я не соглашусь здесь. Эй, я уж думал, зависло что-то. Так, победа при тайминге. Так, секунду, я не понял. Начали. Ага, урон я ему не наношу. Все, я понял. То есть, по истечению времени у меня, ребят, должно быть больше здоровья, чем у врага. Скорее всего, так. Ой, а это что такое? Так, снежок. Оу, ничего себе. Так, дело не пойдет, братюнь. Ты уж извини. Успокойся. Блин. Его бить-то бесполезно, в принципе, но мне хотя бы, чтобы он подальше... Воу! Вот так вот. Интересно, и как я должен здесь продержаться? Талый. Вы знаете, как его звать? Талый. Ну, придется его растопить, на самом деле. Он достал меня. Снежок. Мать его. Ну, иди сюда, снежок, блин. Хорош уже брыкаться-то здесь. Слушайте, а теневой удар тоже его, наверное, не берет, да? Да хорош ты уже достал, в самом деле, да? Переходим в теневуху. Вот так вот. Слушайте, наносим урон, но что-то такой маленький. Так, еще попробуем. А сейчас вообще ничего не получилось. Слушайте, ребят, не знаю, странно как-то это все. Вон, немножко хп я у него отобрал при первом ударе гарпуна. Так, тихо, тихо, ну-ка. Ах, так даже! Он, значит, в этом комочке. И ему пофиг на все. На мою мину. На мои удары. Так, ребята, 50 секунд еще продержаться мне нужно. Да ты достал уже, снеговик хренов, а? Так, что?
Блин, что же делать-то, я не могу понять. Перепрыгивать, что ли, нужно через этот комок? Или что? Что проблема-то? Хрен тебе. Так, ну-ка. Я даже перепрыгнуть не могу. О, коротнуло его. А смысл-то? Толк-то абсолютно никакого. Сейчас опять, наверное, покатится, да? Нет? Не, не катится. Вот так. Ой-ой-ой. Ой, как ему бы сейчас не повезло, если бы у него отнимались хпшки, ребят. Так, опять в комок. Да чтоб тебя. Ребят, я не знаю, что делать. Вот честно скажу, не пойму. 12 секунд, ну, продержаться надо. В любом случае, я, наверное, проиграю. Да ну иди ты. Ах, вот. Ах, вот оно как. Ну что же, ребят, ой, мне повезло-то как. Да ладно, неужели я выиграл? Все. Я, кажется, раскусил тактику этого Талова. Когда он, короче, на тебе двигается комком, нужно просто-напросто перепрыгивать. А, у нас что, по одному раунду, что ли? Хм, ну что же, это шикарно. Так, ребят, я очень и очень рад. Когда я сорвал с него маску, из него вышла теневая энергия, и он тотчас свалился бездыханный. То есть это какие-то одержимые, да, получается? Я слыхал, мастер по имени Акада создает такие штуки. Они называются теневыми ботами и работают на теневой энергии. Обычно Акада показывает их на зимней ярмарке. Я пока схожу туда, а ты жди, через пару часов появится еще один. Вот это ты меня обрадовал, скаут. Так, поздравляю, теперь ты можешь забрать награду марафона. Ага, это где же у нас? Вау, 46 кусков? Вот это щедро с вашей стороны. Очень щедро. Так, ну что же, ребята, нам нужно ждать, я так понимаю, следующий бой в зимней лихорадке. Ну что ж, придется подождать. Ну вот, друзья, и очередной бой с оборзевшими снежками. Давайте посмотрим, кто у нас здесь. Накладывающийся эффект яда. Дубак. Вау, с колотушками. Так, что у него? Ага, это я понял. Это я помню, надо, ребят, вот так вот это делать, и все, изи. У него нет ничего, да, такого? А, есть, топорик он бросает. Ну, попался. Ой, сынок. Тихо, тихо, тихо. Тихо, отвали. Нет уж, не возьму. Опс, вот тут он меня подловил, ничего не могу сказать. Я не ожидал просто, что он так быстро и легко превратится в комочек. Дурила. Ну давай, иди сюда, сейчас покатится, стопудово говорю. Ну, естественно, когда далеко от него стоишь, он либо метает оружие, либо после этого превращается в снежный комок и вот так вот катится на вас. Причем в комке у него полная неуязвимость. Да ты достал, что за фигня-то, я не понял, эй. Дубак. Дубак. Это дубак в плане того, что холодно. Ну, знаете, когда человек замерзает, он говорит, ну и дубак же на улице. Вот, видимо, в честь этого его так и прозвали. А? Сынок. Ага, здесь нам нужно победить его два раза. Ну что же, ладно. Маску-то он какую себе хитрую надел на лицо, вы заметили, а? Вам ничто не напоминает она? А мне так лично напоминает. Так, тихо. Что он будет делать? Ну, понятно, дело, топорики и комочек. Ну, все как по алгоритму. Зацикленность мне его понятна. Да что ты? Ой, дурила, блин. Ладно. Это мы как-нибудь стерпим с вами, да? Погнали наших вороных. Иди сюда, родной. Давай в комочек свой, ага. Предсказуемый, елки-палки, как 3 рубля. Ну, опять бросишь, нет? И опять в комок, так ведь? Нет? Вот, значит, какой, а? Дубак. А я-то раньше думал, как выглядит дубак. Вот, вот оно. Да ёпрасоте, ну. Еще не хватало нам отдуплиться. Опять покатится, нет? Боюсь, боюсь, боюсь. Ой, елки, вот это он подловил. Не-не-не-не-не-не. Да, по-моему, тут да. Тут что-либо делать уже было бесполезно. Подловил он меня, ничего не могу сказать. Слушай, ну они жесткие на самом деле. Во-первых, их хрен пробить. Это раз. Во-вторых, у него вот эта вот комковая неуязвимость меня просто раздражает. А? Как тебе, родной мой? Ну что ты тут кузнечиком врубаешь? Кстати, давайте вот так попробуем. Может быть... Оу. Ты молодец, родной мой. О, кстати, неплохо. Слушай, да он, по-моему, уязвим к ударам ногами. Посмотрите. Ой, если это так,
Тут ты, сынок, попал. Куда ты тут? На кого ты батон крошишь, родной мой? Ну все, ребята, ему, по-моему, край. Короче, у каждого снежка есть свои уязвимости. Этот, например, очень боится ударов ногами. Опс, ну тут понятно, он меня поймал. О, теневой! Ладно. Хорошо, родной, на-ка! Да успокойся ты, я же ведь сейчас теневуху тоже врублю, что ты... Все, он меня достал, ребят. Победа! Изи-катка. В общем, этот снежок, дубак, боится ударов ногами. По крайней мере, мне его так проще всего побеждать. И что же нам дадут за победу? Давайте глянем. Ага, перк, теневое похищение. И капюшон служителя. Ну, что-то как-то скудновато, скудновато. Ладно, ждем следующий очередной, ребятушки, бой. О, давайте-ка заберем награду. Нанести удар в голову. Я нанес. Так, ну и вроде бы все. Друзья, и снова Талый. Как ни странно, но теперь он сабельки взял. Ну ладно, Талый, будем тебя проучивать. Ага, значит, смотрите, если мы... Да ладно, успокойся. Тут, короче, передаем эффект яда. Кто наносит последний удар, тот и отравлен. Ну давай, иди сюда. Твои бомбочки... Опс, тихо, тихо, тихо. Вот здесь вот не надо буянить. Ты же ведь сейчас отдуплишься, дурень. Я ведь буду от тебя просто отскакивать, и все. И тебя яд убьет. Ага, передал, ладно. Получи обратно. Ну, согласитесь, это вообще изи. Но это проще пареной репы. Просто ударил его, и отходи, и все. И яд будет его потихоньку убивать. Я считаю, что тут вообще легко все и просто. Ладно, проверим еще разок. Хе-хе, Талый. Ну, давай бомбочку свою. Опс. Комочек. Ну, предсказуемость, елки-палки. Я вообще заметил, что в Shadow Fight 3, вот особенно битва с боссами, да, если запомнить или найти какие-то, как вам сказать, уязвимые места того или иного бойца, то победа, в принципе, вообще идет на изи. Чего бы он там ни делал бы, как бы он там ни дрался. Или найти подходящее оружие, которое действует против него. Опс, видите, я того убил, докатался, придурок. В принципе, все отлично. Идеальная победа. И я хочу забрать свой ревард. Так, давайте посмотрим. Блин, а что? Я смотрю, ребят, только такие нам дают, да? Обычные. Никакого эпика, никакой леги нам и не светит здесь. Ага, ну-ка, что у нас тут в магазине? Бесплатно. Ну, давайте, конечно же, железные искры. Я ими не пользуюсь, а раньше пользовался, если честно. Ну, в принципе, и остальное все у меня есть. Хотелось бы, конечно, что-нибудь купить, но мне жалко денег, они нам пригодятся. Так, давайте посмотрим, что у нас выпадет из редкого династии. Но игра, 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 давай, что-то ты подлагиваешь, я смотрю. Порадуй меня. Так, доспех дьявола, фесха, саранча, муравьи и дирхорны равноденствия. Ну что же, не очень, конечно, хороший лут нам выпадает. Вот это меня немножко опечаливает. Но нам нужно получить с вами 50 гемов. Поэтому увидимся с вами уже на следующем бое. И у нас с вами очередной бой. Зоны взрывов. Колючий. Воу, с таким я еще не дрался. Ну-ка, давай проверим. Ага, конечно. Ну, понятно. Ах, вот оно что. Вот оно что. Вот они зоны. Тихо, тихо, не надо. Только не подо мной появляйтесь, пожалуйста. Давай-давай его. Отлично. Слушай, зона взрыва играет мне на руку. Слушай, ну опять же его хрен пробить. Иди отсюда. Ай. Смотри-ка, не пробить. Ну, блин. Поджарил гаденыш. Оп. Тихо, 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 не надо. Блин, да что ж такое, не попал он. Ну, а сейчас. Нет, опять же ему везет. Иди сюда. Щенок, иди сюда, я тебе говорю. Давай, давай, давай. Попади. Есть. Может, он и сдохнет от этих зон, а? Как вы думаете? Не, ну я ему, конечно, попробую помочь. Ёпперсик, достал. О, не-не-не-не-не-не. Ай, было больно. А ну-ка, иди сюда. Иди сюда, я тебе говорю. Кстати, не... Тихо, не надо мне никаких теневых здесь. Если он сейчас вырвется, он, возможно, меня сможет победить. Но я буду... Тихо-тихо-тихо. Ай, пробило.
Ёлки ты палки, вот это я лопухнулся. Только не говорит, что он меня еще победит. Ух. Если бы я не успел, скорее всего, я проиграл бы, потому что подо мной была зона, и она меня могла бы подбить, но этому олуху осталось бы только добить и все. Но нам повезло. Так, тихо. Не выеживаемся, так понятно. Очередной снежный комочек. Ну, ай. Не попадает он в зону, ребят, не попадает. А вот я чуть было не попал. Хорош, ну успокойся ты, ядрен ты батон, а. Слушайте, по-моему, сейчас... По-моему, тут игра уже против меня пошла. Да-да-да-да-да. Я смотрю, и зону он пробегает. Тихо! Черт подери, не так-так-так. А, и было больно. Ну, началось, короче, ребят. Да, по всей видимости, я здесь слился. Вот надо было так, а, попасть. Хорошо, по одному. У нас пока ничья. В общем, третий раунд у нас решающий. Либо он, либо я. Ну давай, колючий, иди сюда. Ага, я знаю, что ты сейчас будешь делать. Нет впечатления, что мины здесь ставить просто бесполезно. Они никогда не сработают. Опс, не успел. Давай на зону. Е, отлично, попал он. Тихо, тихо. Ух, ты повезло, как мне. Нет уж. Слушай, а почему я не мог бросок сделать? Ёлки-палки, по идее. Нет. Черт подери, ну перепрыгивай. Ай, мало места было. По-моему, ребята, мне каёк здесь опять. Ну? Да как он смог-то? Ай-яй-яй, успеем, нет? Ни хрена не успеем. Да отвянь ты от меня, блин, а, паразит ты такие. На, погнали. Воу, да не может быть. Я думал, что оружие у них невозможно выбить. Да он, оказывается, сынок против теневой-то энергии. Запомните, друзья, колючий боится теневых ударов. Ну что же, давайте посмотрим, что мы с вами выиграли. Тут... Так, это у нас крутящий момент. Муравьи и еще один билетик. У нас уже три билетика. Интересно, сколько нам вообще здесь нужно сделать боев, чтобы получить главный приз? Ух ты, давайте-ка откроем, наверное, да? Сундучок-то. Редкий. Что нам выпадет? Коса, так, лук, опять доспех и 13 теневой энергии. Ну, что-то как-то жидко. Давайте тогда еще посмотрим. Что здесь? Угу, Гуаньдао, так, мунчаки, шапка неумолимого и опять теневая энергия. Ну, хорош, ну дайте хоть что-нибудь-то путевое, эй. Дайте хотя бы один эпик. Я многого не прошу вас. Ты посмотри, они только обычными карточками меня пичкают и теневую энергию дают. Ладно. Забираем все, что успели накопить. И увидимся уже с вами в следующей серии. Ну, а с вами был Рэй. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков.